После матчевой пресс-конференции главный тренер футбольного клуба КФУ «Бахчисарай» Сергей Борисович Леженцев. Сергей Борисович, как вам сегодняшняя игра нашей команды? Чтобы добиться положительного результата, надо забивать голы. К сожалению, у нас сегодня были моменты, как я скажу, что, наверное, было больше моментов, чем в других играх. К сожалению, мы не реализовали эти моменты. То есть, я еще раз говорю, команда находится в становлении. Это, знаете, как начинаем строить новый дом. То есть, потихоньку, по чуть-чуть, то есть, по каждому кирпичику. Что касается, значит, еще замены, которые мы на людей рассчитываем, которые выходят, чтобы усилить, к сожалению, они не усиливают. Тоже над этим будем работать. Так, по самоотдаче, как говорится, претензий нет к команде. Вы изначально планировали играть первым номером? Или это было такая, вначале удивить, а потом забить и отойти? В принципе, планировали, да. Потому что, как сказать, играем у себя дома. Я думаю, у них уже прошел это давление со стороны там, результата, все я объяснял. Самое главное, еще раз сказал, ребята, не бойтесь играть в футбол. Не бойтесь, не бойтесь, еще раз не бойтесь. Ну, еще раз повторяю, что, в принципе, игра получилась для зрителей интересная. Я думаю, вы не будете спорить с этим.